выставление сразу маяков для двух стен 90 градусов. В данном случае у нас внутренний угол 90 градусов и наружный. Набили струны вертикальные. Что мы сделали? Я уже показывал, как внутренний угол. Ставил меточки с двух сторон. Вон меточка. Сначала здесь ставил внутренним два луча. Вот. Пометил. Вот он карандашик у меня. Это вот где сейчас струна стоит. Натянул сразу по сантиметрам. То есть получается, сделал вот эту разметочку. Потом оттуда забрал уровень, поставил его сюда. По вот этим меточкам выставил. В данном случае у меня, сейчас покажу, от струны идет 3 сантиметра. Соответственно, и вот до этой меточки у меня тоже 3 сантиметра. Вот, что дальше делаем? То есть у меня вот сейчас идет параллельная линия. Соответственно, здесь выставляем. Вот эту струну я уже выставил. Вот, у меня в данном случае она 2,5. Соответственно, у меня и вверх, я уже его выставил, чтобы времени не терять, тоже идет 2,5. Что мы делаем с уголком? Я сразу скажу, заранее посмотрел, чтобы не было выступающих частей. Струна практически на минимум. Здесь и здесь тоже. При этом здесь 90 градусов и внутренний угол 90. Значит, получается, здесь мы выставляем по уголку 3 сантиметра. Будем продавливать по всей длине. Вот таким образом. Давайте сейчас фрагмент небольшой покажу. Еще не продавливал. То есть вот таким образом. 3. Еще сразу хочу сказать, сразу наносите вот такими вот участочками небольшими, чтобы проще было вот эти локальные участки сразу продавливать. Если мы по всей длине промажем, нам будет неудобно равнять. А так, вот мы уже на месте. В данном случае у нас 3 сантиметра. 3 сантиметра. Вот здесь переборщили чуть-чуть. Чуть-чуть назад, потом будем подмазывать, чтобы у нас 3 сантиметра, 3 сантиметра, здесь чуть-чуть назад, 3 сантиметра. Таким образом всю прогоняем, а с этой стороны 2,5, вот как здесь. Здесь у нас 2,5, соответственно, мы меряем у маяков, вот у крепежей, потому что здесь прогибается, понятное дело. Вот, соответственно, здесь прогоняем 2,5. Здесь надо посильнее продавить. Здесь я еще не давил совсем. Вот, и обратите внимание, по этой меточке ставим уголок, чтобы он был ровно 90 градусов. Вот, 2,5 продавливаем. Погнали. Здесь надо посильнее продавить. Здесь я переборщил слегка. Так. Что-то я уже не вижу. Меточки. Капнул. Вот такие вещи бывают. Аккуратненько убираем. А я думаю, почему нет у меня луча? Лучше это, конечно, делать кисточкой. Все. Еще раз проверяем. Ничего мы не стронули. Здесь 3 сантиметра. Здесь у нас 2,5. Все четко. Обязательно проверяем. Здесь у нас 3 сантиметра. Все, продавливаем дальше. На
на 2,5. Таким образом сразу поправляем уголок. Такая вот кропотливая работа. На 2,5. 2,5. Чуть-чуть поправляем. Еще надо смотреть, чтобы уголок не выворачивал. Так, чуть-чуть. На 2,5. 2,5. 2,5. Вверху вот 2,5, все четко. И вот таким образом выставляем. У нас получается сразу 2 маяка и внутренний, и наружный угол под 90. Тот угол тоже будет 90. Будем выставлять дальше. Вот такая вот работа. Что это дает? Вы так можете сразу подогнать по плоскости стены, потому что если здесь чуть-чуть вот этот момент не учтете, вы здесь можете не подойти. Потому что уголок сразу мы клеим, мы здесь струн уже не ставим, поэтому нужно сразу вот этот момент увидеть. Если там будет слишком выпукло, соответственно, чуть-чуть больше вытащить уголок. А это можно сделать только если мы сразу будем все вот эти линии пробивать. В принципе, все, что хотел показать.